Вот. И вот отчет. Мы получили отчеты за 2012 год. Но сказать, что это фикция, это вообще ничего не сказать. Дело Остапа Ибрагимовича живет и процветает. Начать с того, что этот отчет называется. Отчет управляющей организации ГУБДЭС района Ясенево перед собственниками многоквартирного дома ПО за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. Дальше. Статей дохода нету. Сколько мы сдали, денег нету. Объемов никаких нету. Цифры, за которыми ничего не кроется. Я хочу иметь полную информацию по расходованным средствам, за что и как были потратили деньги, на что. Вы в дирекцию обращались, и вы непосредственно управляющую. Вот я хочу, чтобы... Анатолий Анатольевич, я вам даю поручение, дайте, пожалуйста, полную информацию заявителю по... Это должно быть... По тем вопросам, которые она хочет... Это должно быть для всех домов, а не для меня. У вас вопрос какой-то? Я еще по планам. У меня стоит, у вас там стоит мытье стен. У меня водоэмульсионкой покрашены стены. Какой мытье стен? Там план весь, фикция. Там ни одна цифра ничему не соответствует. Ну давайте реально жить и работать. По всем домам, дайте. По всем домам. Почему только по моему?